Сегодня еду не один. У меня сегодня вот такой вот хвостатый штурман по имени Марсель. Едем в клинику для котиков делать процедуры. Будем ухаживать за своим котиком. Пристегивай ремни, Марсик. Погнали! Так, хотел поехать по делам. И тут вот совершенно случайно встретил Пашу. И у нас пошел обзор на новый китайский автомобиль. Я даже не знаю, как правильно он называется. Ли Авто, подсказывает мне Павел. В общем, спидометра нет. Не знаю, наверное, он туда в дыру провалился, черт его знает. Ну, все такое, это... Интересное. Места много. Приятненькая такая кожа. Ух ты. Бардачки там, все дела. Забавно делают. Сегодня я вам расскажу историю о долгосрочных долларовых инвестициях. Сейчас разбирал коробку со старыми вещами и нашел папочку, там бумаги 2006 года. Мы играли то ли в дозор, то ли в энкаунтер в этом году. И там какое-то задание было, ну связанное, надо было, короче, доллары. Я загуглился, доллар стоил 27 рублей. То есть мои 7 долларов в 2006 году стоили 189 рублей. А сегодня, ну, примерно по 92 условно. И получается 664. И в итоге за, сколько там, 18 получается лет, я заработал 455 рублей. Так что думайте сами, вкладываться в баксы или нет. Всем хорошего вечера. Lexus, Volvo надо было брать. Смотри,